Спортивно-массовое свято «Здоровье 2016» прошло под эгидой Гомельской областной организационной структуры физкультурно-спортивного товариства «Динамо». Такое масштабное свято провели у першиню и не прогадали. Интерес сбоку удельников и глядачов перевысил чаканье организаторов. Подробности у репортажа Максима Савина. Першапачатковы разлік быў на тое, што на свята збяруцца каля 600 супрацоўнікаў праваахоўных ведамстваў і членаў іх сямей. Аднак па факце гэта лічба перавысіла 900. На паўсядзённай працы супрацоўнікі розных службаў нярэдка сустракаюцца, аднак гэтыя адносіны носяць выключна прафесійны характар. Перайсці на новы сяброўскі ўзровень – адна з галоўных задач свята. Мы сегодня сабраліся па-сімейнаму, сабраліся нашы члены сімей, нашы сатрудніки, дзеці, жоны. Они пообщаются, они увидят друг друга. Семейный наш праздник сегодня, он покажет, насколько мы готовы к выполнению всех стоящих задач. Амаль одразу стало зразумело, коли супрацовники правоохранных ведомств працуют с таким же запалом, як и отпочивают, проблем с выполнением профессийных показчиков у их докладно николи не будет. После церемонии открытия и показальных выступлений у супрацовников АМАП, УМНС и Департамента оховы распочались с поборництве. Самые цікавые организаторы вырашили далеко не откладывать. На распиловку бервяна отправились и керовники ведомства. При подтримце шматликих болельщиков, худшей за усих с поставленной задачей, справилась команда управления внутренних справ. Наступным номером программы было перетягивание каната. Видовищности на палу тут было про скрай. У вынику у финале сошлись сборные департамента оховы и управления по надзвычайных ситуациях. Вертовальники, дякуючи дисциплине и выключной командной работе, не покинули сопернику ни шанса. Эти ребята уже не первый раз участвуют в данном виде программы. И уже года три подряд вот у нас получается выиграть любой чемпионат, где мы только выступаем. Поэтому слаженность уже, работа, рывок, счет, ну и получается. Поколь дорослые болели за своих, дети принимали удел в конкурсах и викторинах. Для их працавала особная пляцовка. Далее спаборництва разгорнулись по всей территории. Кидание бервяна, яровый спорт, стрельба, бои подушками, рыбная ловля. До речи, лепший рыболов за 2 години наловил больше, как 2 килограмма. У Боголи каждому было где прикласти силы и умения. Особный элемент программы – семейные эстафеты с передольванием пирожкоты и элементами биатлона. У обеих двух ровных не было команде департамента оховы. Однако, вядома ж, головная не перемога, а дух соперництва, добрый настрой и проведенный с корыстью час. Впечатления очень позитивные, очень интересно. Все структуры, с которыми непосредственно работаем всегда, вместе собрались. И как-то так сблизиться можно, пообщаться неформально. Понравилось очень. Надеюсь, что мы будем собираться еще и еще. Головная мета достигнута. Эмоций и вспоминов, отриманных подчас свята, супрацовникам правоохранных органов хопить надолго. А с таким настроем и працовать лепш. Максим Савин, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель».